Вы на канале Жужа Рокки. Это наши морские свинки. И у Жужи и Рокки ровно месяц назад родились малыши. Наш первенец, черно-беленькая пандочка в штанишках, оказалась девочкой. Она милая и спокойная. А второй малыш-крепыш – это мальчик, наш тигруля. Он смелый, резвый, ему все надо узнать. Мальчик крупнее девочки. И сегодня особый день, малышам 1 месяц. Это важная дата для морских свинок, так как в 1 месяц уже можно разлучать их с мамой. Мы наблюдали, и сегодня Жужа уже не подпускала их к себе пить молочко. К тому же мальчиков нужно обязательно отсаживать отдельно. Я думаю, уже пришло время, и мы тигрулю должны отсадить к Рокки. С Рокки наш тигруля гулял по вечерам, и они уже давно сдружились. Им нравится вместе гулять, они догоняют друг друга, бегают друг за дружкой, ну и не ссорились. И я думаю, они и жить будут дружно. И, конечно же, в такую дату мы устроили фотосессию наших малышей. А сейчас их взвесим. 200. Наша пандочка, девочка, весит 200 грамм. Наш тигруля мальчик весит 220 грамм. Так что сегодня наши малыши стали почти взрослыми свинками. И Маша рада, что Жужа снова свободна и с ней можно проводить вечера. Время пролетело быстро. Давайте вспомним интересные моменты, как это было. Всем приятного просмотра и до новых встреч. Пока-пока!